Помазанные нефтью. В школе поселка Искатели состоялась торжественная церемония посвящения в нефтяники учеников Роснефтекласса. Его порог в этом году переступили 17 новобранцев. Ученики 10 Б-класса уже знают, что их ждет впереди. Их не пугает ни повышенная учебная нагрузка, ни высокие требования. Для них Роснефтекласс – это большие возможности и хороший задел на будущее. В торжественной церемонии посвящения в нефтяники приняли участие генеральный директор компании «Роснефть-Север» Геннадий Амосов, губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, руководство Заполярного района и поселка Искателей. На нефтепромыслах новичков обязательно мажут нефтью, посвящая в профессию. Сегодня через этот обряд прошли новобранцы Роснефть-класса. Каждому ученику вручили свидетельство о зачислении, галстук с символикой компании и памятные сувениры. Сегодня, ребята, вы делаете первый серьезный шаг в выборе своей будущей профессии. Компания «Роснефть» и ее дочернее общество в Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции «Ран-Северная нефть» уделяют большое внимание профессиональной подготовке молодых специалистов, уже начиная со школьной скамьи. Поступив и учась в «Роснефть-классе», вы приобретаете дополнительные навыки, более углубленно изучаете профориентационные предметы. Да, учиться в «Роснефть-классах» – это, конечно, дополнительная нагрузка, это тяжелее, но то преимущество, которое вы получаете – это того стоит. Всем вам желаю успешной, интересной учебы, успехов, крепкого здоровья и всего самого хорошего. Мы вас ждем. Первый в округе профильный класс открылся в Искательской школе 5 лет назад. Позже профильных класса стало уже 2 – 11 и 10. Роснефть-класс – это яркий пример проекта «Школа вуз предприятия». В процессе обучения ребята овладеют всеми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности. Посетят месторождения, совершат профориентационные поездки в Усинске и Санкт-Петербург, побывают в ведущих профильных вузах страны. Ученики 10 Б-класса уже знают, что их ждет впереди. Их не пугает ни повышенная учебная нагрузка, невысокие требования. У нас, конечно, появляется больше физики почти каждый день. Но большой уклон идет еще также на информатику и математику. Сегодня округ как никогда нуждается в грамотных, квалифицированных специалистах. От вас зависит будущее региона, сказал в своей напутственной речи глава региона Игорь Кошин. Округ сегодня ждет квалифицированных специалистов, ждет ребят, которые получат должное образование, практику и будут работать в нашей тундре, на благо Ненецкого автономного округа и на благо нашей страны. После церемонии посвящения в нефтяники гости и виновники торжества переместились в район памятника танк Т-34. Здесь высадили первые ростки аллеи нефтяников в честь геологов и первооткрывателей нефтяных месторождений региона Михаила Ардалина, Анатолия Титова, Юрия Росихина, Александра Сливко, Романа Трепса. Класс! В посадке деревьев приняли участие представители нефтяных компаний, работающих на территории округа, представители собрания депутатов НАО, Заполярного района, поселка Искатели и, конечно, будущие нефтяники. Общими усилиями на аллее нефтяников высадили ростки березы и лиственницы, деревьев, которые не боятся настоящих русских морозов. Ирина Цепетова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».